новостям международной повестки. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Благодаря этому документу значительно упрощается передача оружия для страны, избавляя главу Белого дома от необходимости обосновывать перед Конгрессом то, какие именно вооружения он хочет предоставить Украине в экстренном порядке. Законопроект будет действовать по схеме, аналогичной, что существовало во время Второй мировой войны. Тогда Америка поставляла вооружение союзникам, в том числе СССР.